Здравствуйте! Мы находимся на строительной площадке «Берег Курортный». В этом видео мы поделимся нашими успехами в строительстве комплекса за июнь. В июне мы приступили к устройству холодного и горячего водоснабжения и закончили работы по устройству тепла и пароизоляции на кровле. Мы активно продолжаем монтаж инженерных систем. Во всех корпусах монтируется отопление, вентиляция и электрические сети. Я хочу сообщить вам еще одну хорошую новость. В июне мы завершили устройство всех внутренних перегородок во всех корпусах, а это значит, что приехав на объект, вы можете видеть окончательную планировку своей квартиры и насладиться прекрасными видами из окон.